18 фиктивных мам будут судить за получение материнского капитала на несуществующих детей. Следователи установили, одна из аферисток пришла в отдел ЗАГС и заявила, что родила ребенка у себя в квартире. Это подтвердили ее сообщники, которые якобы присутствовали во время появления малыша на свет. Получив документы, женщина отправилась в пенсионный фонд и забрала сертификат на маткапитал. Как выяснилось позже, действовала Красноярка не одна. Полицейские задержали 18 женщин, которые работали по одной схеме друг за другом. Всего на нерожденных детей они получили 9 миллионов рублей. Их имущество арестовали, чтобы возместить ущерб. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Если их вина будет доказана, то женщинам грозит до 4 лет лишения свободы.